Добрый вечер. Слышно меня? Меня зовут Анастасия Кафланова, я директор благотворительного фонда «Фонд борьбы с лейкемией». Я хочу... Наш фонд помогает взрослым больным с раком крови. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли. Я желаю вам хорошего вечера. И вот уже то, что вы пришли сюда, вы уже только этим помогаете нашим подопечным. Спасибо вам большое за это. Спасибо большое Араеву Акопяну за эту площадку. Мы уже третий уже год сотрудничаем с ним. И это всегда прекрасное мероприятие. Спасибо большое. И я сейчас уступаю эту сцену Сергею Манукяну. Желаю вам приятного вечера и хорошей музыки. Спасибо еще раз. Сергей Владимирович, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Я очень рад, что мы действительно откликнулись на то, что надо помогать людям, которые испытывают определенные трудности, связанные вот с таким недугом. И я думаю, что сегодня мы в хорошем настроении, с хорошим посылом. Мы будем играть и слушать музыку. И я надеюсь, что музыка – это то, что помогает людям вообще везде. Без музыки трудно себе представить что-либо. Это не только концерты, это и службы. А в храмах, в любых, абсолютно независимо от конфессии, всегда везде звучит музыка. Это говорит о том, что музыкальными звуками доносится до нас самое-самое главное. И об этом мы должны помнить. И вот с таким настроением мы сегодня будем... Pretty baby, for more I feel my love increase. I'm building all my dreams around you. Boom, boom, boom.
a little cottage on the outskirts. Nothing's any good without you. Cause baby, you're my centerpiece. Cause baby, you're my centerpiece. Cause baby, you're my centerpiece. Baby, you my centerpiece. Baby, you my centerpiece. You my centerpiece. Спасибо. 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 Но сегодня прозвучит разная музыка, очень-очень разная. Приготовьтесь, потому что это будут разные жанры, разные стили. Так что я надеюсь, что сегодня я, может быть, сыграю даже то, что не играл раньше. Так тоже может быть. Это, в общем, в характере джазовых музыкантов, которые играют сейчас. И, может быть, больше никогда так не сыграют. И я постараюсь сегодня, чтобы это было. Bye.
Спасибо. Сейчас прозвучит еще одна песня, которую исполнял Нат Кинг Кол. Thank you.
That's what you are. Unforgettable. Спасибо.
Moving on and on,
to let Vita know some meat, sweet Georgia Brown. She just ain't gonna dance with Georgia Brown until you just might. You know my daughter lie. It's been said she knows it, then she lands at town. Since she came on, it's a shame she could sit down. Fellas, she can't get. Fellas, she a man. Georgia Brown, you down a man. Sweet, sweet Georgia Brown. Thank you.
Сейчас я хочу для вас исполнить песню, которая очень хорошо когда-то в разных исполнениях услышал и думаю, ну как ее сыграть так, чтобы это было уже сыграно мной и спето мной, как-то так. Ну вот я решил, что прозвучит это примерно так. Thank you.
Спасибо. Сейчас я хочу для вас сыграть еще одно произведение, которое я написал не так давно. Я играл уже свою музыку, но я не сказал об этом. Но... Нет, я играл на рояле свою музыку, но на рогасе играл и пел тоже свою музыку, но я не предупредил никого. Сейчас предупреждаю. Значит, это большая пьеса, которую я написал, но пока играю из нее только фрагмент, и этот фрагмент называется «Давайте опять сыграем на пять». А вся пьеса называется «Шелковый путь». Go on.
Спасибо. Ну и в заключение моего небольшого концерта я хочу сыграть для вас немножко из другой музыки, немножко из другой эпохи. Thank you.
сердце с колыбели. С песней всюду вместе идем. Сколько песен мы любимым нашим спели. Через годы, через расстояние, на любой дороге в стороне, любой песни ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой, песня ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой, это как инго, это как инго, ты дико когда бабу, бумаба. Спасибо. Спасибо вам. Огромное спасибо за внимание. И спасибо за то, что вы пришли сюда по такому очень непростому поводу. Спасибо огромное вам. Спасибо. Успех какой-то получается. Yeah.
We've had some full message with you on soon to forget. Now's about real to love. People lost sight of through it seems full living. It's gone in heaven and boat. It tells the two will love to love one another. To feel that each man's your brother. Live right. Спасибо вам огромное. А там кричат: еще, еще, еще. Ну, знаете, я устала. А все кричат: еще, еще. Пока не научишься. Вот пока не научишься, да? Старый клёй. Старый клён стучит в окно, приглашает нас с друзьями на прогулку. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты идёшь по переулку. Отчего, отчего?
чего? От чего так хорошо? От того, что ты идешь по переулку. Снегопад, 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 давно прошу, словно в гости к нам опять весна вернулась. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Посмотри, посмотри, посмотри на небо свой, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего, отчего, отчего гармон поет? От того, что кто-то любит гармониста. Ба-ба-бо-ба-бо, ба-ба-бо-ба-бо, чего гармон поет от того, что